меня все завалено. Мне всего нравится тетрадка. Все в списке. Написано. Все. О, кстати, мой братик Игорёшек. Привет. Привет. Я начальник, а не Игорёшек. Я готов забирать твой шкаф. Хорошо. О, забирай. Посмотрите на мой чемодан. Здесь у меня все уместилось. Разные у меня косметички с косметикой. Ну и пакет, и косметичка. Вот. У меня уже чемодан собран и рюкзак тоже. Папа везет наши чемоданчики. Вот, у нас раз, два, вот третий чемодан Игорёшек везет. Это какой город? Город называется Римини. С Римини мы едем до Милана. С Милана мы летим на самолете в Польшу, да? С Польши в Майами, с Майами в Орландо. Смотрите, сколько людей. Не бездомные? Я думаю, бездомные. A few inches later. У тебя на станции будем ждать поезд. Очень холодно на улице. На поезде мы доехали до Милана. Мы уже в Милане. И сейчас мы уже сдали с мамой багаж. А еще с нами приключилась такая история. Мы зашли в поезд, и папа нам помог с багажом. А он же с нами не едет. И потом просто закрылась дверь, и мы все вместе поехали. И потом он вышел на остановке и поехал домой. Поэтому все хорошо. Ну, такая вот штучка приключилась. Вот что я взяла покушать. В общем, мы уже все сделали. И мы уже зашли. Дьюти фри, мы здесь ходим. Посмотрите, сколько тут всего. Здесь и косметика, и еда, и напитки, и одежда. Мы уже прошли, это паспортный контроль называется. Да, мы его уже прошли, паспортный контроль, ну, посадка, да. И мы уже идем по вот этому вот туннелю на самолет. Кстати, мы уже отъезжаем. Мне стюардесса дала вот такую разукрашку с карандашиками. Здесь разные задания. Теперь у меня есть занятия. Я знаю, чем я буду заниматься в самолете. А пока мы летим, поставь лайк и подпишись на мой канал. Мы уже вышли из самолета, и теперь мы в Варшаве. Сейчас будем ловить своих два чемодана. Вот мы уже едем в такси в наш отель. А в отеле я встретила свою подругу Лену и президента Всеукраинской Федерации по черлидингу Юрия Юрича. Мы не виделись целый год. Это Лена. А Юрий Юрич нас снимает. А потом мы прогулялись по магазинам. Ребята, посмотрите, какой Дуглас в Польше. Здесь реально можно потеряться. Кто не знал, моя любимая фирма — это Florence by Mills. А сейчас давайте я вам покажу рум-тур. Этот звук воды. Это моя мама моется. Здесь сразу зеркало. Я уже в пижамке. Шкаф. Еще раковина. Микроволновка. Здесь кофемашина. Сахар. Все такое. Чаёк с ромашкой и с мелиссой. Кстати, прикиньте, это металл. Здесь у нас чуть-чуть бардачок. Стулья, стул. Вот так вот выглядит. И там очень много шкафов. А сейчас я ложусь к себе в кроватку. Завтра мы встаем в 7, да? Мы уже выселились из отеля и уже в самолёте. Через... Нам нужно лететь 10 часов до Майами. На планшете по карте нам показывает, сколько нам еще лететь. Ну, почти всю дорогу я проспала. Бай! Я уже чувствую это тепло. Как же в Италии холодно, а здесь так тепло. Ура! Мы уже во Флориде. Вот как выглядит наш аэропорт. Берем машину на прокат, чтобы доехать до отеля. А вот, кстати, наша машина, которую мы берем. Она такая большая. Прикиньте, там есть руль и много кнопочек. Ну как тебе машина? Она крутая. Ну что, это наш первый день во Флориде. Ю-ху! Рада? Сегодня утром был дождь и чуть-чуть свежевато. А за гром, молния. Да, было очень шумно. И завтра, наверное, будет солнце и будет уже лучше, чем сегодня. Вот белочка. Нормальная белка, которая прыгает. Такой у нас корпус.
огромный. Сейчас мы едем в торговый центр, чтобы пошопиться. Мы уже пришли в Outlet. Хочу подарить мне обувь. Мне понравились вот такие черные и белые, но не было моего размера. Мы зашли в Nike, и здесь просто можно потеряться. В прошлом году, когда мы были в Америке, то мы никак не смогли сюда зайти, потому что сюда в Nike была очень огромная очередь. Была где-то целый километр, думаю. Очень классные кроссовочки. Если нравится, ставь лайк. Мы приехали в молл. Я сначала не поняла, зачем мы сюда приехали. Мы же вроде бы все купили. Короче, ходим-бродим по магазинам. Мне кажется, покупают телефон. Сейчас самое крутое, это пленка. Ставят стекло. Я очень рада. И надевают чехол. So beautiful. Никуся, это что? Это мой новый телефон. Мама мне купила телефон. Спасибо тебе большое. О, он прямо сверкает. Hello. Ой, забыла вам сказать. Я приехала в Америку на чемпионат мира по чирлидингу. С Украины там выступает данс-дуэт. Я буду их поддерживать. Посмотрите, сколько много спортсменов. Они все будут выходить на параде открытия. А чтобы девчонки классно выступили, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. И вот мы на параде открытия. Выходим на сцену. Ну что, сейчас будет? Украине хлопали громче всех. Это незабываемое чувство. Спортсмены повторили клятву чирлидера и потом соревнования объявили открытыми. Посмотрите, какая классная атмосфера. Это все чирлидеры. Дальше начались соревнования. В общем, мы уже закончили. И сейчас мы, наверное, уже едем в отель. Но перед тем, как поехать в отель, мы поехали погулять. Ребята, скорее фоткайте QR-код. Так вы попадете на мой Instagram. Сейчас мы идем в Starbucks. Starbucks – это популярное кафе во всем мире. Там продаются и разные виды кофе, и разные другие напитки, и разные десерты. Я взяла покушать тебе круассан без ничего. Фрапучино с карамелью. Ну что, уже новый день, и наши девочки пошли в финал, и посмотрим, как же они сегодня будут выступать в финале. Девчонки уже в костюмах и накрашенные, разминаются перед выступлением. Видно, что очень переживают.
fantastic. Let's hear it for Ukraine. Our silver medalists for this year, for these World Championships, it goes to Ukraine. Наши девочки завоевали второе место, а на первом США. Ребята, видео получилось очень длинным, поэтому я его разделила на две части. Ждите вторую часть и не забывайте подписываться на мой канал и на мой Инстаграм. Пока!